Пациент удовлетворился моим, то, что я ему сказал. И начинаем лечить. Когда мы вправляем позвоночник, начинается целеть чакры, начинается целеть аура человека. И я лечу только позвоночник. Если есть среди ваших целителей, как мне сказали, что приезжая в Москву, здесь есть очень много людей, а людей есть везде, человека нету. Мне нужен человек. Человек с большой буквы. Если кто тоже видит ауру, если кто тоже видит чакру, вы можете, когда я вправляю позвоночник, последствия позвоночника дают на глаза, на печень, на сердце, на другие органы. Другие органы начинают болеть. Когда я поправляю позвоночник, начинает исцелять чакры и ауры, и вы можете исцелить другие органы человека. Может быстро исцелиться печень, может быстро исцелиться другие органы человека. Если есть такие люди, пожалуйста, обращайтесь, и я буду очень рад с вами работать. Спасибо вам за